Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 октября. Житие преподобного Иеремии Печерского. И наша русская земля была славна пророком Иеремии, не древним, но новым. О нем и будем мы здесь повествовать. Блаженный отец наш Иеремия Печерский достиг глубокой преклонной старости. Он помнил даже крещение земли русской, бывшей во дни благоверного великого князя Владимира. Тогда и блаженный Иеремия был просвещен святым крещением. Спустя много лет после этого он пришел в святой монастырь Печерский к преподобным отцам нашим Антонию и Феодосию, принял великий ангельский образ Химу и в нем богоугодно подвязался, подражая житию святых отцов. За великую свою добродетель он получил от Бога дар предузнавать будущее и провидеть человеческие помышления. Ком видел преподобное лукавое помышление, того обличал наедине и убеждал беречься от дьявольского внушения, в особенности, если какой-либо брат задумал выйти из монастыря. Тогда Иеремия, провидевший это, приходил к брату, обличал его намерение, утешал, увещевая терпеть, стойко и непрестанно вести брань с ненавистником добра и врагом нашим, и не поддаваться колебанию. И так сильно он укреплял брата своим наставлением, что тот навсегда оставлял свое намерение. А если кому блаженный прорекал что-либо доброе или худое, то всегда сбывалось слово старца. Прожив так много лет и многим оказав пользу своим прозрением, святой Иеремия скончался в глубокой старости в 1074 году и, оставив покров своей души, тело в пещере, отошел к древним пророкам для созерцания откровенным лицом тайн самого ветхого деньми, Бога Отца, и мужа славы со единородным Его Сыном и единосущным Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.